Какой же ты убогий, блядь. Закружили демоны.
Декстер-то, чё ебались его? Он с щитами ебашит у вас. А, Декстер. Ты уже здесь, что ли? Тебя везде забанили, да, Декстер? Начнем-ка ты хуйня с микрофона, больница сказала, что ли. Ну тоже весь день тихо. Почему так? А нечего жевать зубами. Как там это называется? АСМР или как это? Постоянное. Ну там в АСМР не трогай зубами микрофон. Я им в рот его вставляю. Да, залин. Дебил. Собака сутовая. Вот так он мне звук. Красава, Вань. Я записал было бы сейчас. Бля, я письку воскресил, господи. Лежи обратно, бляк. А, у тебя стала светлая писька. Воистину прекрасно. И писька. Да здравствуй, прекрасная. Пойду руки помою. Это внести. Никто, я чё это? Шакал, двое мидл, тупой выблядок. И бомбы на банане твои смотрят. Конченый кусок говна. В яме, чел. Боже, блядь. Какой же ты убогий, блядь. Ебать ты дно, блядь. Ебальника завали, заебал уже, нах, пиздец. Ливни нахуй просто, пидор. Просто иди нахуй, дура, блядь. Ебучие животные, блядь, 3.10. Пинг 50, блядь. Я тебе 4 раза сказал, я 6 месяцев. Так я тебе скажу, ливни нахуй отсюда, нахуй ты заходишь, урод, блядь. Ну хочу я поиграть в своего. Выблядок ебучий, играй на паблик, гандон, блядь. Это твое место паблики, дебил, блядь. Это твое, блядь. М-плюсик мне говорит это. Он на мизлу прыгает. И что мне сделать? Просто ливни нахуй, а лучше из окна выпрыгни, блядь. Боже, такие блядь. Дауны, блядь, прыгать должны. Просто да. Ты ноешь, чтоб ты понимал, ты ноешь из-за какого-то звания. Просто ты конченый даун, блядь, я вторую катку с таким пидором играю. Я так и думал, что это Сережа. Я понял, что это Дестро чисто потому, как он двигается, оборачивается назад, когда бежит рашить. Он только вон, я только одного человека видел, чтоб так чекали. Он настолько ровно поворачивается, что мне просто... Ну... сразу понятно, кто это. Пачку, 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 иди, иди. Да. Что-то у меня игра не идет.
Да пойду. Попозже. Ой. А, сейчас напишу в чат. Ютуберы на ютубе дома. Как-то на мяту еще. Андрей. Ты гадин. Ты гадила. Айнавик. У нас в респе, у нас в респе. Хорош. Кинул ты дым, блин. АВП, ворот. Все раунды страданий. Надо чекать углы, Катик. Надо чекать все. Я 120 тысяч потрачу на мазыбе. Понял. Добей его, справа стоит он от тебя. Давай махаться на ножах, иди ко мне. Давай махаться, пошли, пошли махаться. Иди за мной, молодец, хороший мальчик. Наебали дурака. На 4 клочка. Бля, хорош. Нормально. Я понял. 8. Ну, там уже. Я пошел в цивилизацию, всем пока. Давай, давай. Серёж, не уходи. Ладно. Как легко это надо было, видели, ребята? Что ли? Паня, у тебя не должна быть ерунда. Вин, хороший бак мозги друг друга. Вин, наши ношеные... Беру брошены. Ну так хит вдвоем, Я был один.
Ой, ну нахер. Нас на базе. Режем. Нет, нет, нет. Был парашют. Ли. А где он есть? Где он? Где? В туннеле там, туда. Ух ты. О, да, да, да. Кастро, это опасно, ребят. Мне еще про ножки говорить со мной. Я такое не люблю. Давай на нож, братуха, я на А. А где здесь А? Не надо, блин, это я был. Как вы делаете вертолет ножиками? Ишь, какая черточка тут бегает по ступенькам. Куда, куда, хомяк? Не-не. Ну, что ты на меня смотришь? Там тебя чел стреляет, алло. Шмаляй, не шмаляй, полки. Все друг. Да-да-да. Это наши заложники. Пули кончаются, пули кончаются. А ты как? Наши заложники, сказал. Наши заложники, сказал я. Главное, пошли. Подожди, микрофон. Надо найти. То есть, кровать ты не хотела, она на свидание в бар готова, да? Найти меня, пожалуйста. Подожди, надо сначала в башту, потом в кровать. Нет, или что? Давай прямо тут, ладно, садись. Давай, я занимаю правое стыками. Ты где, красавица? О, у нас новый бармен. Здравствуйте, можно, пожалуйста, балчику 3 литра, а девочке 8 литров? Наливай. Быстрее наливай. Макс, ну ты куда? Максим, нам нужно пиво, у нас нет денег, мы... Проспонсируй, пожалуйста, бомжей. Мы хотим бухать. Бармена убили. Так, я бармен теперь. Бармен, работай, давай, вставай. Бармен должен петь песню такой. Будет ли день пиво, будет ли день вода. Ты умеешь жонглировать пивом? Ну-ка, давай. Умеешь делать так вот? О, вот так умеешь делать? А давайте текилой пору, короче. Нам какие-то челы ломятся. ОМОН приехал, ребята! Бегим, бегим! Нас накрыли! Бордель прикрыли. Можешь мяукнуть микрофон? Я даже включила звук. Давай. Может, пошли. Скажи мяу. Скажи мяу, блядь. Щепки вышел один. Мяу, скажи. Мяу. Да, просто... На отвали, сказал. Так, злая. Учимся считать. Раз, два. Я сам там четыре. Три. На этом хватит. Четыре. И сразу шесть. Да, пятерка нахуй нам нужна. Нашел только через два года, имею право халтурить. Эй, вообще, что ты хочешь, блин, хочешь, блин, почему она, блин? Проводи сидит на ребрах. Подожди, где папа, ты, я не поняла, Юля. Да дестра, папа. Серега. Чего? Приконнектилась. По-моему, мне за хлебом надо уйти и не вернуться. Я вообще девственник, так что Лола, ни камни вопросы, это все Ибрагим ваш, папа. Не-не-не, я такой же, Серёг, не. Че, походу Юлька просто подкидыш какой-то хейтер. Да вообще. Закинули куды-то. Да неправда. Сейчас на ДНК сделаю. Вот мне кажется, правда. Найди мне для начала вот эту ДНК. Ты волосок оторвёшь? Так, катишь, давай, линяй. На мышке остался. Теперь понятно, почему Ибрагим лысый. Чтобы не спалились сразу. Эти волосы, да? Нормально. Я обязательно это обрежу в стриме и выложу отдельно. Ты говори с чувством, Ибра. Скажи с выражением. Мяу.
чисто мужское. Мяу. По-мужски скажи мяу, да. Блядь. Давай, как лысый сфинкс без яиц, скажи мяу. Не скажет он, что вы докопали, доебались, тысячки мои. О, защитники и Гринпис приехали к нам, ребята, терф играют, прикиньте.